В Дохе состоялся третий раунд политических консультаций между министрами. Министерствами иностранных дел Азербайджанской республики и государства Катар. Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Фаризом Рзаевым и государственным министром Министерства иностранных дел Катаром Султаном Ибн Саидом Аль-Мурайхи обсудили вопросы дальнейшего укрепления отношений и развития сотрудничества между двумя дружественными странами. На встрече также присутствовал посол Азербайджана в Катаре Рашад Исмайлов.